Всем привет, с вами Наталья Муханева. Сегодня 16 мая. Достала я картошку на посадку. Вроде потеплело чуть-чуть. В такой форме, видео раньше есть, ссылку поставлю. В такой форме у меня картошка была. Проращивалась в опилках. С прискорбием могу заметить, что я даже корешки разодрать не могу. Мне жалко, но она будет частично оторвана, частично посажена. Очень много корней. Несомненно, корни хорошие. Вот, например, вот это я уже оторвала. Остальные корни оторваны. Посажу, конечно, две небольшие картофелинки. То есть вся форма от торта в корешках. Всем пока. Посмотрим, что из этого выйдет. Я все-таки решила продолжить свое видео и показать бородатую картошку, которую я еле разодрала. Такая у нас получается картошечка. По две решила. Жалко выкидывать. Место кончилось. Не знала, что здесь только корней будет. Вот такая борода. Еще раз всем пока. Ставим классик.